Здравствуйте! А вы хотите провести вечер в приятной обстановке, познакомиться с умными людьми и зарядиться новой волной позитива? Да? Тогда вам точно нужно участвовать в игре «Ума палата». Прямо сейчас я, Валерия Козырева, специальный корреспондент Булаковского репортера, нахожусь в ресторане «Берлин», где проходит игра. Эта рубрика испытана на себе. Мы начинаем! Make it hot, and then you know you got my body locked. У нас рекордное количество команд, 15 команд, это фактически 100 знатоков города Балаково. Наш клуб «Искр интеллекта» существует уже третий год. Я надеюсь, что в нашем городе будут проведены масштабные фестивали, на которые приедут действительно известные всему миру знатоки. Атмосфера именно «Ума палата». Мне кажется, это одно из самых интересных развлечений для взрослых в городе Балаково. Интересно. Общение вот с друзьями, с коллегами. Заняли первое место в конкурсе песен, по-моему, в музыкальном конкурсе, да. И выиграли футболки. В этих играх мы участвуем с самого начала движения «Искр интеллекта» и «Ума палата». До этого у нас еще на Балаковской атомной станции происходили игры. Ну, необычно провести вечер, как бы взбодрить свои мозги. Мы думаем, что мы стараемся. Часто приходим, часто играем, набираемся опыт, и, наконец-то, вылилась такой подарок. Для меня игра «Ума палата» стала стимулом больше читать, развивать свою смекалку и учиться видеть в обычных вещах необычное. Обязательно сразитесь за победу в игре. Ни о чем не пожалеете, останетесь довольны и уйдете с добрыми, позитивными эмоциями. А с вами была Валерия Козырева, ведущая канала «Булаковский репортер».